Одной из обсуждаемых тем сегодняшней планерки в мэрии Воронежа стала организация физкультурно-массовой работы с населением на спортивных площадках города. Мэр Александр Гусев поручил руководителю управления физической культуры и спорта администрации Воронежа Александру Васильченко пропагандировать здоровый образ жизни не только среди горожан, но и активно привлекать чиновников. Вот там цифра была где-то 1250 примерно. Жителей города занимаются на пришкольных стадионах. У нас их больше сотни, насколько я понимаю, пришкольных стадионов. То есть как бы вот соотношение такое, там чуть больше 10 человек занимается на одном стадионе. Это крайне мало, поэтому давайте мы все-таки инфраструктуру спортивную, та, которая находится у школ, использовать более активно. Вот тоже давайте мы себе как поручение напишем, что нужно сделать с тем, чтобы увеличить количество жителей, приходящих на эти спортивные сооружения. Может быть, не впрямую вопрос, относящийся к теме доклада, а вы не думали с тем, чтобы вот в наших подразделениях администрации, в наших учреждениях начать делать зарядку с тем, чтобы простимулировать, и люди там на 10 минут отвлекались бы от работы и разминались. Ну, если это будет поручение. Да, будет поручение, давайте мы его запишем в протокол. Да, да. Пользуясь случаем, вы задали этот вопрос, хотел бы сказать, что в этом году у нас всем известно спартакиада директоров образовательных учреждений так. Идет по 6-10, сколько? По 8. По 8 видам спорта, уже 6 прошло, и вот мы с января это начали. В принципе, это можно расширить и привлечь все структуры подразделения администрации города. Ну, давайте внутри нашей администрации провести такой спартакиаду. Спартакиаду будет, в принципе, неплохо. Но я-то говорил все-таки о там, ежедневной, ну или хотя бы там 2-3 раза в неделю зарядки на рабочем месте. Поэтому давайте подумаем, как это организовать. Вещь полезная, по крайней мере.